28-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» готовится распахнуть двери для искушенного брестского зрителя. В этом году брестчане гостей города над Бугом будут удивлять 23 театральных коллектива из 9 стран мира. Беларуси, России, Польши, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Дании. Пока спектакль пройдет на трех языках – белорусском, русском и коме. На 5 площадках областного центра. Кукольный театр, общественно-культурный центр, дворец культуры профсоюзов и, конечно, в большом и малом зале Академического театра драмы. Зритель будет сопереживать, смеяться и плакать на 23 спектаклях фестиваля. Это такие интересные, самобытные спектакли с национальным каким-то колоритом, с национальной душой, с национальным понятием, которое очень хорошо трансформируется на всех людей, на зрителей, на человека любой другой национальности, потому что опять-таки мы говорим о вечном, о любви, о гуманизме, о человеческой ценности, о жизни прекрасной как таковой. Афиша порадует и маленького зрителя. В программе для юного поколения представлено 5 спектаклей: «Левша», «Казка об мертвой царевне», «Джонни, вождь краснокожих», «Рагнарёк, гибель богов» и «Сказка про Андрейку» или «Как зебра ожила». Наш фестиваль и отличается тем многообразием, и мы никогда не забываем о маленьких зрителях. Вот, потому что, пусть это банально прозвучит, но ладно, это наше будущее. Поэтому, естественно, мы им в этом году приготовили и хороший классический материал, и материал на нашей родной белорусской мове. Продажа билетов на фестиваль началась сегодня. Стоимость билетов варьируется от 12 до 14 рублей на детские спектакли, на дневные и вечерние постановки от 12 до 65 рублей. Сегодня в час дня у нас стартовали продажи на фестиваль. Вы все сами видите. Я вижу немножечко еще со стороны интернет-продаж. Конечно, есть уже на сегодняшний день фавориты. К нам приезжают зрители и из Брестского региона, а также из Минска, да, в общем-то, даже из России. Для того, чтобы увидеть вот эти самые спектакли, о которых говорил сейчас Александр Александрович. Это очень яркие и очень самобытные, на самом деле, театры, которые большинство из нас, скорее всего, не посетит в жизни. Потому что приехать в эту страну, да и еще увидеть эту постановку, это надо в ближайшее время там побывать. Вот. Но организационный комитет фестиваля приложил все усилия для того, чтобы выбрать лучшие из лучших. Несмотря на то, что продажа билетов только началась, брестчане уже выстроились в очередь за ними. Более того, большинство планирует посетить не один спектакль. Решила попробовать, потому что друзья ходили много, часто, и вот решила я тоже приобщиться к друзьям. На какой спектакль? «Дикарка» и «Мертвые души». Мы как-то коллективно сделали такой выбор, и поэтому решили начать с них. Посмотрим. Взяла на московский спектакль Московского театра. Вот на «Дикарку» и «Дядюшкин сон». Ожидаем новых эмоций, впечатлений, того, что у нас редко все-таки у нас не столица. Редко кто заезжает. Новые спектакли интересны. Новые постановки. Билеты на фестиваль «Белая вежа» можно приобрести в кассе театра или на сайте квитки.бай. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Мантович, Новости Бреста.